Да, Тихонич, ураган купается в канале. Это недалеко от города Мелитопольск. Во. Температура за 30, наверное, особенно в городе жарко. Мы на Украине, едем по направлению города Мелитополь. Местное время сейчас 6 часов, а разница с Москвой на час. То есть московская 7 часов вечера, а на Украине 6. О, как в басне получается, репу тащили. Ой, я не видал тут канал. Это мы к Мелитополю подъезжаем. Такой большой канал. Ну и вот искупался. Собака вылезти не может, она там скользкая. Вот Николай Павлович нас вытащил двоих. Ну если запрещено, то, видимо, запрещено вот здесь вот купаться, а не дальше там. Тут может быть какой-то еще подлив есть, затянет. Все, пошли, слава богу.